Установка люверсов. Необходимо мне повесить шторку. Шторка будет из вот такой вот ткани. С одной стороны, ну или основа, это синтетическая ткань. И с одной стороны нанесена ПВХ-пленка, которая защищает от осадков, от ветра, всего прочего. Я ее буду вешать на натянутый трос, поэтому мне нужно как-то закрепить. Я планирую использовать вот такого плана люверсы. То есть это основа, это шайбочка, которая одевается с обратной стороны. Встает проблема, как их устанавливать. Для этого я изготовил некоторую оснастку. Ну, мне понадобился токарный станок. Можно, конечно, что-то может придумать из подручных материалов. Но я решил попробовать на токарном. Вот что у меня из этого вышло. Первое – это пробойник. Вот такого плана, из прутка. Кромку старался сделать как можно тоньше. И боковое отверстие, чтобы выковыривать. В принципе, можно выковыривать тоненькой отверткой, поэтому боковым отверстием не пользуюсь. Дальше, это вот такая вот основа. То есть после того, как дырка пробита, вот этот пятачок ставится на поверхность, сверху кладется люверс. Здесь есть некоторое углубление, которое помогает не так скользить люверсу, и внутреннее отверстие для прохода штока. Сам шток вот такого профиля у меня получился. Вставляется вот сюда, вот так вот, и при ударах начинает расклепывать. На выходе он заходит вот в отверстие в бобышке. То есть вот так вот. Немножко углубляется. Сейчас покажу, как это работает. Так, как я сказал, первое нужно сделать углубление. На шторке я сделал вот такую вот складку. То есть она получалась, что раз сложил материал и второй. Проклеил на момент. Не знаю, насколько будет держаться. Но сделал. Так. Первое – это пробитие отверстия. Для этого подкладываю ЛДСП, потому что деревяшка мягкая, ламинированная ДСП все-таки пожестче. Как видно, получилось ровненькое отверстие. Даже выгрызло немножко ламината. После этого вставляется люверс в отверстие. То есть с обратной стороны вот так вот выглядит. Укладывается на бобышку. Сверху кладется шайбочка. И уже штоком все это дело развальцовывается. Так вот получается начало, и добиваем. Вот такой вот получился результат. То есть здесь полностью развальцовано, здесь вот чуть-чуть она замялась, но в данном случае это совершенно не критично, главное, что она крепко держит. Вот такой вот готовый результат получился. Вся шторка.
Вот с обратной стороны. Ну, как-то так.